Всем привет, дорогие зрители! С вами я, Зомби, и сегодня мы будем обозревать новый парк развлечений, который теперь вы сможете скачать. Сейчас я вам буду показывать этот парк. Наслаждайтесь, скачайте и попробуйте его пройти. Ну что ж, пройдем. Ну, проходит здесь с фейерверком необычный. Получим билетик. Вот билет. Забрасываем его контролеру. Контролер нас впускает. Вот, есть два фонтана. Итак, сначала мы пройдем тир. Тир с вагонетками. Так, запустим вагонетку. Вагонетка приехала. Теперь берем лук. Берем стрелы. Целимся луком и выбиваем вагонетку. Вагонетка выбита. Проходим дальше. Здесь задание посложнее. Здесь уже вагонетки движутся. То есть вагонетку нужно сбить в движении. Вот, видите, не сбил. Сбиваем. Снова не сбил. И сбиваем. Есть. Вагонетка сбита. Ну и можно вторую сбить. Это кто как захочет. Сейчас. Блин. И вот вторую мы тоже сбили. Теперь здесь можно выбить себе голову либо крипера, либо плеера, простого игрока. Я выберу голову крипера. Вот мы его выбиваем. И она течет сюда к нам. Ну, иногда может и не попадать. Ну, не расстраивайтесь, забирайте ее. Можете залезть сюда. Теперь берем удочку. Здесь нужно удочкой попасть по нажимной плите. Из нажимной плиты выпадет приз. Вот, нажали, и выпала голова. Голова зомби. Но снова она куда-то не туда потекла. Ну, здесь без никаких призов, здесь просто так для любителя. Нужно попасть по кнопке. Вот, мы попали по кнопке. Там можно сделать призы, кто как захочет. Теперь вот это задание полагается в том, что нужно попасть в корзину яйцами, чтобы курицы попадали в корзину. За каждую попадающуюся курицу вам дается балл. То есть здесь можно проходить также мультиплеером. Ну вот, это сувенирные магазины, здесь цветы продаются. Здесь сувениры такие, а здесь ювелирные изделия такие. Также есть электрокартинг. Но он не работает, так как станцию разнесли просто эндермены по блокам. Пройдем же мы в лабиринт. Лабиринт здесь большой. И не каждый его сможет пройти с первого раза. Даже я, скажу вам, не прошел его. Здесь правило не ломать блоки, не включать креатив. Итак, начнем проходить. Сначала пойдем сюда, сюда, потом сюда, сюда. И попали в тупик. Нет, не тупик. Но все-таки тут. Так. Ну ладно, я включу все-таки креатив. Не буду вам, вы сами пройдете, не буду вас. Не буду тянуть время, как говорится. И пройдем дальше. Здесь есть вот такой батут. Прикольный батут, который стоит в нашем городе. Я взял его с нашего горсада. Вот такой батут. Сейчас выключим креатив. Можно попрыгать. Это можем убрать, чтобы оно нам не мешало. Батут можно попрыгать и можно забраться, пасть к голубому крокодилу. Крокодил, конечно, голубой. Этого я не просчитал, но так даже для арта поприкольнее будет. Так, здесь у нас расположен ледяной каток. Берем как бы коньки и пошли на каток кататься. Каток, по-моему, даже очень хорошо у меня вышел. Я не стал его делать совсем большим, потому что он никому не надо совсем большой.
А вот и свинья, свинья в очках. Ну, это, как вы уже догадались, свиньи с седлами. А здесь кафе. Наверху этой свиньи кафе. Сейчас мы на него поднимемся. И я вам покажу его снутри. Кафе такое простое. Стоят столики, стулья. Но есть здесь также как в еда и VIP-комната. На 4 человек можно и двоим посидеть. Кто как захочет. Сколько людей будет играть на этой карте. Можно взять еду. Проходим далее. Ну, я думаю, возьмем свинью все-таки. Сейчас вот лезу с нее, возьму удочку. Ну, можно взять свинью и поехать на ней покататься. Но она не хочет что-то выезжать сегодня, но вы возьмите и покатайтесь на ней. Выведите ее. Я не буду тянуть время. Ну, сплив в виде тортика. Также лопаты. Можно на сплифе поиграть с друзьями. Лучше становиться сюда, не те, потому что там открывается дверь. Так что немножко не продумано. Ну, сплив. Обычный сплив. Взять лопату и можно помериться силами, кто сильнее в сплифе из вас, из друзей. ПВП-арена. Можно в ПВП сыгрануть с друзьями, показать, кто сильнее. Здесь зачарование стоит, книги зачарования и оружие. А там вот, кому интересен опыт, то здесь вот стоит отрядечка. Вот, опыт. Здесь можно набить себе любой уровень опыта. Вот, видите? Нажимаешь на рычаг и набиваешь уровень опыта. Также можно поиграть и в сложном режиме. Здесь есть моб-арена. В моб-арене золотой меч. Гибель насекомых. Книги. На гибель насекомых. Небесную кару. И все, да. Гибель насекомых, небесная кара. Доспехи. И зачарования, как и там. Также, видите, спавнеры стоят. Спавнеры пауков, скелетов, зомби, скелетов сушилей. И все. Да. И пещерных пауков также стоит. Спавнер один. Есть кафе, где можно посидеть. Так, не свинячье кафе, а просто кафе. Ну, тоже здесь жареная свинина лежит. Я заполнила ее до конца. В сундуках просто это так для обзора, у вас она будет до конца заполнена. Барная стоечка, обычное кафе с панорамной крышей. Спустимся вниз. Здесь свиные гонки, так я назвал. Ну, я не знаю, как оно правильно называется. В общем, свиные гонки так назвал. Здесь с друзьями можно на свиньях погоняться, кто кого. Видите, здесь написано тоже, кто кого. Поднимаемся вверх, не будем здесь, так как у меня не открыт серф для друзей. Ну, казино, само собой, как и должно быть в парке развлечений. Поднимемся на втором этаже все эти, так сказать, гробницы складом. Вот автоматы, где можно набить золото. Также есть, ну да, здесь автоматы, где особо золото. Ну, где-то здесь, а вот здесь сундук. Здесь разные деньги там, которые я принял за бумагу. Ладно, пройдем далее, не будем застряться на казино. Теперь картинг. Картинг красный вот этот, на котором сейчас крестик, это для более взрослых. А картинг белый это более такой детский картинг. Но все равно мы попробуем проехать на двоих. Берем вагонетку. И поехали. Картинги спиральные, обычные. Никаких таких резких заворотов нет. Обычные спиральные. Можно погоняться на время. Время вы можете посмотреть на компе. Я так, ну, не стал строить часы, потому что это очень большой механизм. Ну, здесь тоже вагонетки. Здесь картинг большой. Ну, мы проедем, думаю, на нем. Так, ставим вагонетку.
Активируем рельсы. Почему-то меня выбрасывает постоянно. Активируем и поехали. Картинг этот побольше, чем та полоса белая. Ну, они обведены, в принципе, все в белый, но этот красный внутри. Ну, здесь тоже спираль. Но не обычная спираль, а такая немножко своеобразная. Ну, вот такие повороты. И сейчас мы приближаемся к финишу. Финиш — это вот эта черная зона. Вот поворот на финиш. И мы на финише. Вот сюда вагонетка поехала. Ну, я думаю, этот нюанс уберу. Потому что я испробовала этот картинг. Так, а здесь у нас тоже стрелялочки с лука. Тир. Я не буду брать лук, пусть лежит. У меня есть луки, стрелы. Ну, здесь вот такой вот тир, по которому нужно попасть. И если ты попал, то оно закрывается, и нам выпадает блок обсидиана, как подарок. Это тир я уже сделал с подарком. Вот так, снова попало. Ой, и мы получили стрелу. Так вот, карусель. Ну, карусель не очень большая. А теперь поднимемся в Стива. Посмотрим, что у Стива в голове все-таки. В конце концов, не всегда же она у него пуста. Поднимаемся наверх по лестнице. И, наверное, она у него более-менее пустая. Но нет, не пустая. Стив очень много книг прочитал. Как вы видите, у него памяти очень много книг. Ну, вот такая площадка для обозрения. Спустимся. Сейчас я немножко прибавлю скорости. Так, теперь пройдем на самый ожидаемый из моментов, как я знаю, американские горки. Ну, здесь не только американские горки, здесь есть еще цирк, колесо обозрения и две водные горки. Вот первая из них. Ну, вот колесо обозрения. Сейчас зайдем в цирк, потом пройдем на американские горки. Ну, в цирк собаки сидят. Вон их брат запашный, брат запашный второй напился где-то за кулисами уже пьяный. Итак, поставим сюда вагонетку и посмотрим, насколько круты эти американские горки. Поставили. Сейчас поставили вагонетку. Блин, да что ж такое? И поехали. Водная гора. Теперь поднимаемся на одну из горок. Резкий спуск в лаву. Здесь вот лава. Продолжаем. Подъем на полукруглую горку. С полукруглой горки снова в водяную гору стеклянную. Теперь поднимаемся на одну из высоких горок, которые я предоставил. Но это не самая высокая горка, которая здесь есть. Жизнь шахты. Такой решил придумать ноу-хау у американских горок. Вот такая одна из больших горок. И теперь мы поднимаемся на самую, да, наверное, на самую высокую горку, которая представлена извилинами. Вот такими большими извилинами. Вот. Спускаемся в воду. Также вода. Поднимаемся и финишируем. Финишируем. Вот финишный флаг. Ну, не буду вам показывать. Сейчас я включу креатив, чтобы было быстрее. Вот здесь есть еще хоккей и гольф, ледяной гольф. Здесь есть американские горки для маленьких детей. И здесь большая водная горка. Также я представил музей голов самых известных мобов, ну и игроков также. И вот здесь самые известные игроки. Так, теперь пролетим на вторую горку, и после этого, я думаю, мы завершим наш обзор. Ну, вот здесь горка обычная такая, бассейн, пляж. Ну, вот и все, дорогие друзья. Эту карту я вылаживаю, так что вы сможете ее скачать. Ссылка на скачку в комментариях. Вот, комментируйте, ставьте.
ставьте лайки, дизлайки, если вам не нравится. Но я думаю, этот парк не оставит равнодушным ни одного человека. Также есть переводы с разных языков, с английского на русский, с русского на английский, кому как понятно. Спасибо за просмотр. До свидания.